big thing here, самое большое здесь, is not to cut down with one, не срубать одну руку вниз, but to expand with both. Обе руки должны вытягиваться. The last thing you want is to cut down. Последнее, что вам нужно, это ощущение срубания вниз. The reason it goes down is because the person is falling. Руки опускаются, потому что партнер падает. It's not because you're going to cut them. А не потому, что вы срубаете партнера вниз. Расширение. When I say expand, you don't expand towards them. Когда я говорю расширение, это не означает вытягивать руки к партнеру. You just expand, you're actually going down in yourself. Это ощущение расширения, когда вы чувствуете себя большим, опускаясь на пятки. So the knee downs above. Вторые данные выше. Should feel more within their frame. Вы на своем уровне должны чувствовать вот себя в этой форме. Than in their arms. Не в одних руках. In the frame. Все тело. So when they push back. Когда партнер будет толкать, they're pushing against the mountain. Ощущение, что она пытается толкнуть гору. They're not pushing against the arms. Они толкают руки. Come on.